Отлично. Это первый способ. Отлично. Нет, смотрите, я абсолютно верю, что, конечно, вы сможете нарисовать и второй, и третий, и четвертый. Давайте на это время тратить не будем. Не похоже. Нет, не похожий, это все понятно. Это вы просто можете поиграться, что называется, шаг ледовской. Вот. Давайте перейдем к математическим задачам. Задач тут можно поставить довольно много. Начнем вот с чего. Пожалуйста, докажите, что слонов меньше, чем 8, взять нельзя. Кто умеет объяснять, почему обойтись менее чем 8 слонами нельзя? Да, пожалуйста. Потому что если не будет 8 слонов, тогда все клетки не будут. Почему? Да. Именно это я и спрашиваю. Почему, если не будет, почему, если будет 7 слонов, почему останется обязательно пробитая клеточка? Да, пожалуйста. Мне кажется, потому что у нас тут диагональ. Да. Часто вы обходитесь такого типа фразами, скорее всего, мне потребуется побольше. И этого чаще всего хватает. Это называется интуиция, да? Но, когда вы решаете математическую задачу, вы должны предъявить точное, понятное какое-то объяснение. Не мысль, что, ну, видно же, что 8 это на пределе. Ну, вы знаете, кому-то видно. А кто-то, может быть, возьмет и придумает картинку, где их только 7. Итак, начинаем решать задачу. Почему нельзя обойтись 7 слонами? То, что на этой доске нельзя ни одного слона убрать, это еще не решение. Может быть, просто конструкция изначально настолько плохая, что, может быть, есть какая-то более умная конструкция. Да, пожалуйста. Слоны бьют только по диагонали. Что? Бьют они по диагонали. Почему 7 недостаточно? Потому что они не смогут бить. Не понимаю. Ребята, здесь нельзя обойтись просто словами. Вообще, когда... слушайте. Представьте себе, к вам подходит на улице человек и говорит: вы мне должны дать 1000 рублей. Почему? Ну как почему? Потому что должны. Ага, логика. А кто это такой? Ну как, ну вы должны же, правда? Вот, ребят, почему-то вы считаете это грабеж, да? А когда вы точно так же говорите в задаче, здесь должно быть 8 слонов. Как, почему? А потому что 7 не хватает. А почему 7 не хватает? Ну как, почему? Потому что 8 нужно. Как минимум 8. Не решение, ребят. Это абсолютно не решение. Нужно какое-то обоснование, почему именно 8.